Николай. Ну, когда я, значит, искал школу, чтобы научиться делать пиццу, попалась в интернете реклама, что там за 3 дня можно стать буквально почти мастером. Я был вообще, мне это в голове не вкладывалось, как-то за 3 дня. И реально, когда я сюда пришел, и там и тесто, разные виды, и крутить тесто, и жарить пиццу на дровах, реально на дровах в печке, все реально, это за 3 дня, да, действительно. Это без обмана. Можно как бы идти и с этой профессией уже и работать. Спасибо. Зарабатывать деньги. Спасибо большое. Очень понравилось. Спасибо. Ленур? Я с Сашей знаком, ну, я не знаю, полгода или с чемпионата. И я очень хотел попасть к нему на обучение. Вот. И после того, как попал сейчас, он меня научил много разным техникам, которым я очень благодарен Саше за эти секреты, которые он меня обучил. Ну, еще будет отработка у тебя неделю. Рабство. Будет рабство, да, будет. Куча матов, какого вы так делаете. Паш. Саш, большое спасибо. Было очень интересно. 3 сильно насыщенных дня. Куча информации, которая еще стоит разложить по полочкам, в голове у себя, все понять. Я вообще в Питере очень далеко, почти 10 лет. Но с тестом работаю вот впервые за 3 дня. Я на самом деле очень много чему научился. И работать с мукой, работать с другими ингредиентами, работать с оборудованием. Для меня это были новые знания. На самом деле, спасибо, что ты им дал. Ну, вы еще подтянете, да, с Ленором оставшись здесь.